Геру. Все то же самое, только не умирайте. Все, погнали, короче. Покажите, как надо. Убейте танков, пожалуйста. Мы вас хилим, вас, блин, если вас сбривает, так будет, что могу сказать. Смотрите за трэш, приверженцы. Да. Слева, приверженцы, походу. Все, приверженцы, погнали в трэш. Маг один бьет босса. Дарнавана, слейте, пожалуйста, кто-нибудь там, не знаю, у него. Кто-то хотел его пиздануть по голове. Трэш убиваем. Вот, видишь, у нас сдох вар. Вот как он опять сдох? Он... Подчинение Мордаунта. Я не знаю, каждый бой вздыхает. Верните подчинение Мордаунта. Я два гимна проебал. Два гимна. Мордаун. Ну, сука. Да, вот видишь, давай, инвазат смерти ведь. Смерть и разложение, вихрь клинков, ближний бой. Вот, ты не сейвишься. Нахуй тебе это надо. Подошел аккуратненько, сыграл. Все. Там не надо фихать давать. Да, справа, справа, справа помощники. Господ, 110 секунд, готовьтесь контролить. Вообще согласен. Мне сказали стоять слева, я стою слева. Приста контроль. Подчинение ШП, Шадунайту, дайте подчинение. О, я ему сейчас фир. Нет, у меня все, у меня внизу ушел. Вот опять вар умирает. Как? Ну почини. Все. Трэш, убейтесь. Да блин, надо вар, блядь. Как так надо? Блядь. Это... Мы это знаем, просто. Это из ЛФГ. У нас нету гильдии людей, чтобы добавить. Выкиньте его нахуй, дайте да я зайду. Заходи, заходи, я только... Я уже давным-давно зашел. Уже давно зашел. Звучит как анекдот. Это пиздец. Лучше бы ты не умирал, да. Трэш, убивайте, трэш, убивайте. Газ... Подчинение через 2 секунды. Танки так хорошо держат. Подчинение на ком? Блять, ну все, это охуительно. Где? Я бы не могу посмотреть. Он, у него пропало это. Хуй-то. Не срывай, срываешь, не срывай. Скачай себе Омен, поставь себе его и гляди по Омену, как ты срываешь. Ребят, там еще помощники скоро выйдут. Да, фанатики справа. Так, давайте, давай Геру делаем. Гера уже была. Уже была. Мы, конечно, можем сдохнуть, снова дать Геру. Вариант хороший, мне нравится. Давайте помощников, помощников, быстрее, они накапливаются. От Фокса, я эфир дал, от Фокса. Я дал, не сбивайте эфир, я дал. Там уже щитки пошли. Да, пизда, там вообще весело. Да пиздец какой-то. Нет, блядь. Это... Да падайте, блядь, бычей заменяете, да. Нахуй. Сколько можно, блядь? Да. Посмотрел ли я вот? Вроде нормально. Мэтт Фокс, Мэтт Фокс бегал... Да все, блядь, ложитесь, ложитесь, пизду, это позорище, блядь. Кто может помочь? А зачем рейтинг скорости? Зачем на фурика рейтинг скорости? Двуручки медленные. Заебали эти, блядь, ЛФГшные. Да, это не ЛФГшные. Да, да забей их, господи, них. Просто тут в чем прикол-то? Я говорю, да этот мне вар пишет уже шестой раз, который сливается... Посмотри, вот смерти, смотри, смерти подходит. Могучный последователь 1200, 1800. Просто челику въебали несколько раз. Просто несколько раз въебали с автоатаки. Ну, секунду, почему? 20 минут после вот эту вот херню разрулим, кому надо. Распыли ее, да, блядь. Похуй, что ли ее, она нахуй не... А, нет, нужна все-таки. Кому нужна, реально нужна? Мордаун. Мордаун, да. Я хочу пробовать ну на ДЦ. Давай, ключе. Подходи, Мордаун, я тебе там. Да, где там у меня? А где ты? Вон, вот он. Здесь я. Кто сейчас хилы? Стоп. Какие хилы сейчас? Вот Фокс и Мордаун? Мордаун, да. Да. Давай этот... Может лучше друид паладин, а я на ШП сяду. Так, значит, давай... Я с Раханом потанчу, Синтек в хила, Мудфокс в этого, в сову. Сову, отлично. У вот. Меня пинг в секунду, я буду хуёво хилить. Похую вообще. Просто раскидывает. Ну,
жизненный цвет по всем, и все. Там, называется. Там Мэтфокс поконтролит одного человека. Мэтфокс, макро сделай себе. Есть уже. Есть, да, нет. Главное, Войт, что... он нормально контролит. Ну, просто все. Мэтфокс постоянно в этом это, бегает. В сове это проще будет, чем в Ирдру делать. Ну. Ирдру фор... Так, форму. А Мэтфокс здесь? Давайте вода. Сейчас, погоди, поем, попьем и пока вы там, вон. Пока вы там пожрете, подрочите, пососете, блядь, я уже нахуй до инста добежал, блядь. Я почти долетел до него, а потом меня просумодили. Я понял, блядь. 2400 раз в 2 минуты. А сколько очищенной лунной пыли кулдаун? 45 или полторы минуты? 45. 45, да? Да, ассиста там новая, да? Да, сейчас там... 1500. Ребят, не хотите тыкнуть? Или вам постоять хорошо? Вы, блядь, рейд не собирайте, нахуй, когда ДК нету. Это говно, а не рейд, блядь, какой-то. Еще пугов, блядь. Лучше просто не собирайте, блядь. Тут нехуй делать таким почему составом. Все, почему, блядь, в сервисе все завязано под ебучего ДК? Что за не это, нелепая чушь? Ну, хорошо там. И ДК, ну, пал хотя лагер бы, лагер набирает, блядь, хорошо. Хотя бы пал, блядь. Потому что они не завязаны. Босс не таунтится, понимаешь? Это проблемный босс. Вар не наберет на нем агро никак, нахуй. Чтобы, ну, это понятно, чтобы вару агро понятно, набрать, ему надо, чтобы его пиздили, блядь. Это понятно. Но это, блядь, это очень все, блядь, тупо, что... Давайте быстрее. Классом, где в рей, блядь? Че вы друг? Где в рей? Значит, смотри, Рахан, ты бегаешь со мной, мобы да, появляются, да, только с одной стороны. Мы вдвоем с тобой и эти три моба танчим. Мобы не должны не убить никого, ни милика никого. Полилив. Значит, на переходе, когда босс переведется, я на босса иду, первые лпшки набираю, ты три моба... моб выходит только один с лестницы. Вот ты его берешь. Смотря какой там, ну... Че, рыбу ешьте, готовы? Илья, ты с чем бегаешь? Каким это? Я вообще могу все, но я этот демон. Нет, я про это. Все, нехуй стоять, пошли. Бес. Он вот он бегает. Че, хуярим? Послушал, я играю все так же в босс или? Трэш, да, тоже, трэш тоже помогай, блядь. Нехуй прохлаждаться. Нет, хуя, пусть ходит босса, пусть ходит босса. Давай, он... помогай, блядь, говорю, сука. Он повернулся, бей приверженца. Быстрее. И потом он быстрее босса начнет. Мне похуй, блядь. Бей фанатика этого. Вот бей, кастуй. Вот из-за того, что ты его, блядь, не бьешь, нахуй, он превращается, блядь. Вот теперь в босса пошли все. Нехуй расслабляться, блядь. Пришел вот. Батька. Контролем этого гуся. Сейчас я ему, блядь, грипану, блядь. Сейчас тебе, блядь, по хребте не дам. На. Смотри, что тебя в хребте не залетел, он с 60 как на боксе. Абсорб сработал, тебе повезло. Вот сейчас с другой стороны будет трэш, готовьтесь. Держи, я тебя по эту поиску закину, ебаш. 5 секунд. А, я же мог в демона закинуть поиску, блядь. Сейчас ты в обязательном порядке играешь мобов, потому что вышли приверженцы, блядь. И их надо быстрее убить. Приверженцы в первую очередь бей, это... Все, фанатик. Все, теперь босса. Ой, как все просто. Будем стопать. А, лока. Вихрь. И второй раз дашь. Поздно ты вихрь даешь, пиздец. Или лагаешь ты, или что? Меня там уже чуть не захуярили. Готовьтесь стопать там тысячах на 500. 5 секунд трэш. Все, стопайте, там дотки добьют до 500. Стопайте, все сначала трэш убивают, потом будем переводить. Все, повернулись на трэш, идем. Сделан. Подводи ближе, миликом хуёво бежать. Ты там в окне их танчишь, это хуйня полная. Вот ближе сюда их подводи. Так они никуда не шли, я не стояли на месте. Ты их жди, тебе не надо их там держать. Миликом хуёво так. Все, переводим. На пула нету. Готовимся. Контрольте синтез. Так. На мне леди. Моб вышел, значит, уходим отсюда, идем к лестнице, к мобу. И смотрите, духов не хлопните, блядь. Вот моб нахуй, в моба играем, нахуй, милики. Я подвожу, специально подвожу, духов не хлопните. Убивайте духа. Милики. Да, мне похуй, я вижу. Этот, ну ты бей по боссу, Рахан, как можешь. Скоро с меня босс летит. А дух на стенке, блядь, на дереве. Пидоры, блядь, духа бейте, мудаки. Это, моба нахуй, уёбки нахуй. Вы будете бить по нему, милики нахуй. Его убить. Моб меня отражает. Да мне похуй, вы его бейте, вы не гладьте его как пизде ладошкой, блядь. Вы будете, сука, играть или нет? Сейчас новый трэш. Медленно, на ХП.
И он тучку ушел. Добейте моба. Сейчас выйдет еще моб. Фокуса бернт. Интек ресы. Блять, гуси, сука. Я сюда мод. Пидоры, забудьте про босса. Все, я гим сдал. Мудфокс ресы этого. Грин Балана. Блять, говоришь, главное, вары бейте. Вы где бегаете? Моб стоит, возле него ни одного ДД нету. Вы уёбки совсем, что ли? Нахуй вы тогда сюда пришли, блять? Вы, мудаки, совсем не понимаете, что делать надо, блять. Сходите просто с мага. Да потому что вы не бьете моба. Моб стоит, нахуй. Он должен быть убит, блять. Глыбу нажимай или уход в тень какую-то делай. Бежим. Интека за контролем делал. Я еще раз говорю, сначала мобы, блять, убиваются. Вот вышел фанатик, нахуй. Все в него играем, нахуй. Потом босс бьется. Дай сюда, нахуй. Сейчас вот в рей стопай там, нахуй. Рахан, делай вмешательство в рей. Знаешь, что такое вмешательство? Грин Балан, делай вмешательство в этот шадоу, блять. Вы свои так, скиллы, сука, давай. Даже не знаете. Давайте, снижайте агроем. Даю ПС-ку, блять. Мэтфокс забаньте. Мэтфокс скорее, блядь, пизды сейчас даст всем. Блять, какие все дома. Ладно, эфир дал ему. Там, в общем, подумайте сами. Секунда, все. Приверженец в вашем милике, заберите его. Бьем моба все, сука. Все свичнулись моба. Сейчас отвину. Фарфол. О, вот это другое дело, нахуй. Ебать, как больно, а что? Один прошел. Хлопок, нахуй. Ну там немножко осталось на боссе. Вот, вмешательство, сука, в шадоу и в килию. Килию раскол нажми, нахуй. Есть у меня он в КД, я уже нажимал. Значит, вмешательство у него, Гейн Балан, дай. Рахан, вмешательство в шадоу, дай. Вы будете делать, что вас просят? Подчинение, что знает, подчинение. Сука, добейте босса просто уже. Просто бичи, блядь. Я сейчас эфир дам. Я так уж быть побегаю, добейте ее. Теперь, спасибо. Теперь открывайте, теперь Рахан линкуй в рейд чат вмешательство и читайте нахуй вслух, блядь, способность свою. Так он в подчинении был, опа, как я вмешаюсь. Да дело легко, не в этом. Вот линканите и читайте оба вара, блядь. Где там? Сейчас, 5 секунд. Как убивать леди, которая не таунтится, с двумя варами, с тремя тем более, блядь. Вы могли, ну я не знаю, налегке просто пронести эту хуйню. Смотри, Войд, Войд. Череп анролл, нахуй, на Войда, блядь. Войд. Слышишь меня? Чё? Если ей, раз она играет на ОТ танке, не на МТ танке, на ОТ танке, может ей... Как бы нафиг ей в ронящем щите два таланта вкачать в охрану, чтобы она на 30% сейвила своего союзника. Там получается, во-первых, она снимает агро, во-вторых, 30% уменьшает входящий следующий урон. Вот и все, я не думаю. Ты хочешь, чтобы я подрихтовал ее спек про товара, что ли, или что? Ну, это после тебя. Ну, вообще, и охрана, и ранящий щит надо брать. То, что там какая-то лишняя хуйня вкачана, вот это надо хуйню убрать. Надо посмотреть просто, что там. То есть лишнее. Ты хочешь сказать, что минус минута КД на ШВ это полная хуйня, да? Ну, минус минуту надо брать. Я могу посмотреть, обед. Что там лишнее. Зачем обед молчания? Так вот смотрите, блять, Грин Балан и Рахан, запомните вот эту способность. И всегда, вот когда вот мы пойдем в Окагер. Там будет эта способность нужна, там сальвы от паладина. Вот считайте, у паладина сальва КД 2 минуты. Скидывает 20% в течение 10 секунд, по 2% в секунду. Эта хуйня у вас скидывает 10% нахуй моментально, блядь. И КД у нее 30 секунд. То есть она в 4 раза сильнее, или в 4, или в 2 раза сильнее, чем паладиновская хуйня. Поэтому... Чтобы успешно закрывать героики, хуёйки, вот эту всю хуйню, надо, сука, вытащить все свои обилки своего класса, блядь, на панельку, блядь, и юзать, блядь. Вот там не на панельку. Где? Во, это ты... Это точно будет у нас целка 25 второй стачка? Не, не будет, ты чё? А ты хочешь нет, сказать? Нет, я серьёзно. Ну, если не будет, ну, ты представь, просто 25 персов пойдут нахуй. Ну, то есть они ненужными станут. Будет стопудово. Ой, ну все, просто я тут хочу варом пойти своим. А Тим... чё, а завтра будет целка ХМ потом? Целка ХМ будет, да. А нахуй нам вот целка мы за 2 часа принесем, нахуй нам 2 часа проебывать. Мы начнем, леди убьем, блять, еще пару боссов зацепим. Мы уже а придем. Вы второй закрыли? Да. Мы уже придем в понедельник и будем. Да, вижу, вот будем все закрывать. Нам. Леди.
У нас время не так дохуя, ну, в течение недели. А поэтому... вы что, только ДС сохранили, что ли? Я не знаю, ничего не сохранял. Нет. Вот, блядь, как вы инст проходите? Давайте быстрее. Вот где Гвинт, Балан, Рахан? Забегайте сюда, ранцы берите. Запускаем. Все, я здесь. А что-то, блядь, как-то или у меня лагает, или что, блядь? Не, походу у тебя лагает, это было. Он ручки сядет. Кому череп в итоге отдали, блядь? Кто мне спасибо? У меня пока что в сумке, я разрываю после. Так а чё вы дрочите? Пугов, пугов нету, сразу разраливайте, блин, гильдия здесь. Ну. Может сейчас кто-то... Давай. Запускай босса, блядь, пускай корабль летит. 97. Понимаю. Энх, нормально. Энх, да. Давай, Валионта, обмен. Понятно. Запускайте, ёбаный, кто там РЛ, блядь? Это, блядь, прохождение пиздец у вас. Можно сдохнуть в таком рейде, блядь. Надо запускать, надо быстро все делать. Что, давай запускаю. Что, погнали. В одного шхила справимся здесь, да? Или что? Я хуй знаю. Нет. А, тут только одна пушка или две? Две вообще-то. Ну вот, я похил. Да. Ой, я просто... Все, Макс, давай, потей, отвечаю. Ты же понимаешь, что у меня пинг? Ну, пинг... О, господи, твой пинг. Вот смотри, 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 делаю вот так. Смотри, делаю вот так в тебя. Вот так в тебя. И вот так в тебя. Все. Хиль. Это Мэд Фокс. А, да, блядь, это, походу, у меня пинг. Чисто с тобой решил похитить. На пушку сядьте один, что ли? Ну, я один сяду, второй сядь кто-то. Ладно, я сяду второй. Кто сел там в пушке? Почему я не вижу? Я шаг. Или кто-то еще. Посел. Че, вы до конца будешь сидеть, да? Не знаю, у меня нет, вряд ли. Почему? Нет, в смысле, до конца это, на до конца на боссе будешь. Нет, нет. Ну, он стаки копит прилично. Летите туда уже, хули. Маг. Думаю, что Хэми пробьет так сильно. Ну я не знаю, нахуй, мага 3. Зависит от того, как пушки играют. Пушки вон даже нихуя не снесли еще. Сдай ему разгранаться, сейчас им просто врубят. Кто там? На нашем корабле должен остаться только вар. Вы мага убили, возвращайтесь и помогайте вару, блядь, добить. А кто сейчас на нашем корабле вала и бьет там? Так, ну вот. Вот. И не бала, а занимается полезным для общества делом. Идите кто-то, портанитесь кто-то там. Кто там в ДД, блядь? Мэд Фокс там, в Рей там, полетайте. Хули вы там встали на этом корабле? Вот на варе выходит вторая пачка трэша. Ее так-то убивать надо. И появление мага 5 секунд. Тут, блядь, не на расслабоне надо играть. Все, маг, нахуй. Теперь мага надо бить. Мага убили и сразу на наш корабль убивать трэш, блядь. Или что, вы думаете, вар один его задамажит? Я потерял гоблина. Где ты, бляха? Сюда. А, все дал уже. Там оружейник лежит на лоу хп. Все, идите. Ну, это, оружейников убивать можно. Только. Оружейников, нахуй, вот этих надо убить, блять, а не смотреть на них. Энх, кто там, если варп. Полетать или что делать в этой игре? Чего? Ну-ка, я, блять. Ебать, давайте, блять. Это... Оружейники, вот эти оружейники, передний борт вражеского корабля должны быть убиты. Хули у него с фуловые стоят. Вы хилить будете там, алло, хилы, блядь? А хилить не боюсь, я просто хочу посмотреть, как долго ты это будешь жить без хила. Короче, еще пол хп даже боссу не снесли, нахуй. Блядь, меня трое раз скидывают уже с корабля, я трое раз, блин, залетаю на него, лично. После этого мага улетаем все, скидываем стаки. РДД оружейников, после колдуна ваш приоритет оружейники, милики ваш приоритет трэш на варе. Полетели, не бегайте там, сова, улетаем, нахуй. Че, улетай, я хочу это. Я последний. Улетай. Блять, пизда, Мэд Фокс, нахуй, бомж. Блять, пиздец. Где он, блять? Реса его синтек. Он упал, блядь. Это пиздец еще. Просто. А куда он делся? Он не упал, правильно? Ай, блять, я ебу, нахуй. Вы на кораблях хотите вайпаться? Нахуя он встал. Вахуй просто, блять. Ну. Вы устали, подзаебались или как? Чё, как вот это объяснить, блядь?
Чем дольше вы косячите, тем дольше мы будем вайпаться, блядь. Нельзя, что ли, с первого раза все собирать нормально, убивать? Куда он делся? Вот он что, вышел с инста, что он ли? Он встал. Я в ахуе. Да не... Это пиздец. Валился в ней. Я охуеваю просто, блядь. Ну, Фокс, я хуй знаю, что сказать. Ну, всем, кто сейчас живые остались, надо в два раза сильнее играть, значит. Ну, мобы на этот, которые Килия нахуй и Шадоу находитесь в пушках. Как только, как только пушки замораживаются, нахуй, вы играете. А, ну я это трэш убиваю, который на мини-зоне. Ну, как только замораживается. Да. И лучше в этих ружейников играть, а не расстреливаешься. Хилы просядут по мане, блядь. Хорошо, хорошо. Ай, блядь, пизда нахуй. Хилы по мане не просядут, привет. Хилы сейчас сдохнут, если ружейников не убьют. Хил, корабль чистый, вражеский, по-моему. Мага бейте. Ох, бляха. После Красиво. Этого мага опять улетаем. Давайте быстрее мага. После него улетаем. Скидывать. Ну и это, и чё это, блядь? Крэш переагрус. Улетайте, улетай, Мордан. Давай, все. Арджи, куда? Да бери у меня трэш, он меня сейчас кушает чуть-чуть. Трэш, я быстрее чуть-чуть. Залили этот. Алло. Дай, пофигу, даю гин. И на ману даю. Так, готовимся, сейчас еще маг будет. Я уже полетел, мба, таунтить. Идите, маг, 5 секунд. Ай, полетел. Мага бейте, после этого уже добивайте. Ой, блядь, вы как-то к Герри посерьезнее относитесь, тут, блядь... Ай-яй-яй-яй, меня выкинуло. Кого, Мэтт Фокса? Shadow Knight, я с пушки слетел, меня прилетело, бля, с бомбой и... Хуёво тебе, а где у тебя, на какой кнопочке, скажи, пожалуйста, брателло, блядь, у тебя ранец, нахуй, реактивный, блядь, алло, блядь. Да ну я только с заморозки вышел, блядь, вот... А сейчас можно выжить. Треснули, да? Я только что раза три, наверное, упал. Я тебе для выжил. Чего это спрашиваю? Не для того, чтобы ты мне рассказывал, что там, как с тобой приключилось. У меня есть кнопочка должна стоять удобная, блядь. На единичку желательно. Я вот себе на F1 ставлю. Ты должен, в случае, если тебя скинуло, блядь, ты должен вернуться ранцем на корабль, блядь. Окей. На будущее, это всех касается, блядь. Не играйте как бомжи какие-то. Вот вы придете в рейд к пугам, нахуй. Меня скинуло, нахуй. Так вас подумают, что вы дурачки какие-то, нахуй. Ну играйте нормально, блядь, ставьте удобно себе. А потом скажут, гильдия какая-то ебанутая. Удобно себе ставьте кнопки, блядь. Потому что когда вы или мышкой тянетесь, нахуй... Я помню. Да, вот. Ну, помогайте сами себе. Потому что я не могу за тебя зайти и отыграть, блядь. Вот, ну. Вечная зима. Неплохо. Охуенная труба. Чё, всё, расход? Нет, ещё... Давай Саурфанг купим. Трубы всегда нет. Подождите, давайте разрулим. А, Саурфанг четвертый, с него что падает? Этот. С него ну, падает нет, охуенное нет. Кольцо на РПБ, шея падает. Посох. А еще шея. Шея, да, как бы груха. Вот шея заебись. Да. Это и шея, кстати, да. У меня тут так одинаково. Но... Руха, иди ко мне, Рух. Кстати, по факту, да. Шея. Но, вот я не знаю, если взять ее спасибо. Вместо сейчас... Я забался ездить, ебаный, все, блядь. Кому пояс нужен? Вы в целка 10. На распыл? Ну, если на распыл, то если никому не нужно, то на распыл. Да, братик, мы как анекдоты в целка 10. Давайте, блядь, быстрее закупляться. Это гер? Нет, да. Ты чё, обычка? Я вижу, что гер. Я тебе дам пояс. Я просто почему зашел, я спросить, мне никто из вас не писал, я просто из игры вышел. Нет, не писали. Че, давайте, запускайте там, блядь. Давай. Но, может быть, звонили. Че на мне бафов нету, там, ни пристабафа, нихуя, каска где, блядь. Нет у нас паладина в каску. Ну так, блядь, купите этот баф, да. Блядь, как он называется? Барабаны там какие-то. Ну, купи. Ты вообще или нет? Или нету, блядь. Еще и Геры не будет, прикольно. У меня тоже нет. Как это не будет, блядь?
Ну, дебаф висит. КД 7 минут. А, ну так мы сильные же, блядь. Мы же леди убили. Рыбу поставил. Тут хуба богатый. Меня... Через 2 секунды после начала по ДПС. Ну я ставил, блядь. Блядь, 20 не упало, вина. Истери 500 голд, нахуй. Давай. Где тебя? Где можно обменять? Кому Энху дать или Вару? Звездочка по пизде. ДЦ. В ДЦ. Кто вообще дам? Энх или Вар? Энх больше, наверное, дает, чем Вар. Тогда Энху дам. Гера будет спла? А, Гера нету. Так, готовься, Артем, сейчас я это закину эту ПС-ку спла. Почему Гера нету? У нас же он есть. А, у него, да? У нас всех. Я ПС-ку спла закинуть? Через 3 секунды после пула. Давай, я сам считаю, раз, два и три, пай. Смотри, это самое, да. Значит, бдилку на меня набрось. Мобы у тебя будет там, тут кдешься, мобов таунтишь. Ну, сходу, как они появляются, стан даешь им. Потом, как стан они вышли, таунтишь. Да. Да, там. Допустим, твой левый будет мой правый всегда. Мобов обязательно на себе держать, стараться. Ну и все бьют мобов. Не дай бог, кто, сука, не будет бить, я посмотрю по рекаунту, блядь. Я не буду бить специально. Не дай бог мобы вырастут, блядь, и мы от этого еще вайпаться будем с вами тут, блядь. Вон 2 секунды до ПО. Давай. Раз, два, три. Закидываю. Найс, ПС-ку проеб. А, стоп. Забирай. Зачем Геру дали? ДПС себе накрутить, походу. Понимаем. Так у нас Гера КД, вы о чем говорите? Ну да. Ага, у двоих нет КД. Кто там, чудовище, кто там говорил, что мифик помирает, чтобы чисто себя под двумя этими герами выжить? Вы, сука, мобов бить будете или что, блядь? Особое приглашение надо? Смотрю рекаунт. Так, в рей 70 тысяч. Фокс. Мэтт Фокс, алло, блядь. А, нет, 20. Сколько? Это не у тебя. Килия, блядь, как дела? Пока не родила. В Энх, блядь, как дела? Валион, блядь. Череп зря отдали. Остальные вроде... 20 тысяч по кровавым чудовищам. Войт, как дела? Так я танк, нахуй, у меня урона нету. Доты. Теперь хули ходика, нафиг. Хули кружок живой. Я вот просто понять не могу у вас. Вот он вырос сейчас. Он если был бы на ДД, а не на мне, блядь, он бы убил. Ебать вы, конечно, пизда, блядь. Играете. Я косяк, он ходит ДК, как и Вилаша, блин. Она там ебашит, как не знаю кто. Тоже доты раскидаешь, Гаргулью вызовешь, пета закинешь, и вообще, ух, каска будет. Каска пошла. И сам себе и танк, и ДД. Да, и пошел там и сам себе и эту и Геру закрыл в целка, и обычку закрыл. И если что, хуесосить за двоих. А кого? Боссов? Почему так мало дамажат? Нет, где-то я помню, на цирку уже чел один ходил, стример там. Он закрывал соло в ГДК, этого Сарктариона и Ребро. Вот там, видимо, такая механика позволяла. Потому что по факту, мне кажется, здесь если закрывать соло Ребро, это тебе, конечно, голову оторвут. Я что-то не понимаю, ты там делал еще раз, что ли? У тебя на тебе метка есть еще. Там, тут просто с хп и уроном поработали. А там нихера. Ну, там старый контент, просто его пихают всем. Там X1 открылся, они такие, о, X1 открылся, такие, о, X1 открылся, такие, о, X1 открылся. И все. А, там похуй на звездочку. Похуй на кружок, я смотрю. Да юмано. Ну тогда. Я его попытался сагрить, он ушел на меня, я такой, ясно, понятно. 15 тысяч дал, ну, хорош. Это с учетом, что я в трэш играю. Да. Лут параша. Кожа, латы. Блять, мне надо на воина 2 токена вылить себе. Запястье кому дано? На танка. У меня 245. Вот у тебя есть. Ноги кожа, бля. Кому на духом? Никому. Ну, рандомно. Мэтт Фоксу вот как раз я не хотел. Знак освещения покорителя, ну, подарим нашему любимому Реллу, что просто так не пришло. Я понял, блять, я даже до кастовать не успел камень, блядь.